4 года последние не поднимал тариф. Предприятие наше, как муха, да и по информации от перевозчиков, такова, что экономика предприятия вообще не бьет. У нас у самого МУПа, у Ректортранс, на сегодняшний день обязательств на несколько сотен миллионов рублей. И, конечно, необходим комплекс мер. И без повышения тарифа это просто неизбежно. Вопрос обсуждения, сколько. Сегодня специалисты должны закончить расчет. Угу. И мы будем и обсуждать, и инициировать, в общем-то, с городской думой, потому что городская дума утверждает тариф для города Электротранс. И мы планируем в этом году делать повышение. То есть скоро будет известно, насколько и где конкретно поднимется тариф? Да? То есть пока еще вы не можете, не готовы назвать цифру конкретно? Как понять, где конкретно? Я имею в виду, ну на каком виде общественного транспорта поднимется тариф? Мы говорим за МУП Горэлектротранс. Горэлектротранс только, да? А на остальных планируется повышение тарифа? Остальные у нас находятся на нерегулируемом тарифе. Угу. Но я думаю, сама экономика будет такова, что они, ну, мне кажется, невыгоднее будет поднимать выше нашего тарифа, потому что пассажиропоток пересядет просто на... А вы сейчас готовы назвать цифру, на которую будет тариф у Горэлектротранса? Когда предоставят, на сегодняшний день цифра валируется от 21 до 25 рублей. 21. И когда примерно это будет введено, такой тариф новый? Да я думаю, что в начале недели будет понимание, и думаю, у нас на той неделе проходит. Угу. На думе все решится. Ну, Дума будет принимать решение. Все, хорошо. Мы будем выходить с инициативы, они будут обсуждать, принимать решение. Все, спасибо большое.